Так, друзья, проверка связи. Как меня слышно? Все включил. Все включил. Так, сейчас мы включим здесь. Нет, мы сейчас вот так вот. Прямой эфир. Так. На втором телефоне тоже включу прямой эфир, чтобы видеть вас, собственно, поближе. Все, отлично. Все, всем привет. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня, как я обещал, в предыдущем сторисе, в последнем сторисе, мы с вами будем жарить рыбку. Ну и общаться. Так, сейчас я тут же выключу. Не дублируйся. Все. Будем жарить рыбку, общаться с вами. Так, как связь вообще? Так, мне куда-нибудь телефон примастить. Мне его некуда. Приделать, причем. Реально некуда. Ставим вот так вот грабли пришлось. Еще раз что-нибудь придумаю, будет поудобнее. Мне бы скинуть столик сюда. А давайте мы сейчас вот рыбку. У нас рыбка сегодня будет, вот показываю. Жарим рыбку. И делаем картошечку. Запекаемся. Ну, я уже должен был ее положить. Куда бы положить, блядь, телефон? Куда бы его положить? Ладно, мы его положим пока вот сюда. Итак, просто мне не совсем видно, что вы там пишете. Помахать, всем махаю, всем привет, кто присоединяется. Сегодня жарим рыбу. Сейчас мы, значит, что мы делаем? Мы вот, дровишки. Ну, это для тех, кого нет дачи. Очень, я думаю, вам будет приятно вместе со мной вот пожарить рыбу. Значит, что мы делаем? Мы картошечку берем в угли, ее кидаем. Вот такая фольга. Кидаем. Закидываем. На самом деле, ее бы, наверное, с какой-нибудь одной стороны закидать. Ладно, сейчас как получится. Как получится. Все, закидали. Так. И сейчас мы ее... Где моя перчатка? Мы здесь. Так, ну что вы там пишете? Вы присоединяетесь, да? Кто присоединился? Показываю, что мы сегодня жарим рыбку, скумбрию. В прямом эфире. И общаемся. Картошечку мы уже туда закинули. Сейчас мы сделаем ее вот так. Под угли мы ее туда засунем. Угольки. Так, сделаем. Ой, жарко, пипец. И угольками накрыли. Накрыли угольками. Так. Тетя Надь, я этот, мама потом вам позвонит. Она сейчас подойдет, перезвонит вам. Ее нету, да, его. Тетя Надь, ее не... она отошла к соседке. А, ну ладно, давай, сам не подумал. Все, отец, тетя Надь. Приедь, а? Отец, приедет? Да, батя уже тут. Все, давайте, я в прямом эфире. Тетя Надька звонила с Липецка. Привет, Липецку. Так. Вот так мы, значит, закидали. Закидали. Короче, угли закидали нашу картошку.
что-нибудь из этого не получится. Я это делаю, можно сказать, первый раз. Где-то только когда-то делали. Так, что мы делаем дальше? Друзья, присоединяйтесь, будем вместе жарить рыбку. Ну, собственно, как я говорил, безвыходных ситуаций нету. Вот, что делать-то? Ну, как бы, на природе хотя бы, кто дома сидит, вот, может, на природе со мной вместе пожарим с вами рыбку. Также пишите свои советы. Вот, пишите советы по жарке рыбки. Так, самое главное-то забыл. Сейчас подаю. Значит, берем решетку. Вот, у меня вот такая решеточка. Такая. И нужно ее обработать маслицем. Так, хорошенечко берем масло обычное и обрабатываем, чтобы она не прилипала. Это надо сделать хорошенечко, потому что если она прилипнет, вся кожа у нас останется на решетке. А кожа, хоть она не особо, скажем так, полезна, но без нее тоже невкусно. Вот. Вот так вот берем, ставим сюда, где у нас угольки. Так, все не получится. Вот так. Ставим решеточку. Маслом уже запахло. Ну и, собственно, давайте еще раз помажем. Не знаю, ну, просто хочется, чтобы вкусно все получилось, правильно? Вот, поэтому. Вот так вот сделаем. Тут уже огнище у меня, конечно. Так. И перед тем, как огонь затушить, мы сейчас быстренько с вами рыбку. Так, сколько там? Народ приходит на рыбку к нам или нет? Я не вижу. Быстренько, значит, положим рыбку. Вот так, такими вот кусочками я нарезал. Замариновал, она уже в маринаде. Это скумбрия. Вот она зашипела. Хорошенькая. Так, ой, жарко-то как. Так, надо полить. Надо полить. У меня есть бутылочка вот такая с дырочкой. Вот так поливаем. Поэтому мы должны все кусочки сюда уместить. Ну, сами понимаете, что второй раз потом этой херней не заниматься. Вот так все разложили. Она у меня с лимончиком, специи, соль. Ой, запах уже потрясающий. Запах. Ребят, я, правда, не вижу, что вы там пишете, если пишете. Ну, я обязательно сейчас рыбку оформлю и почитаю. Вот. О, мне все вместе. Красотища. Так, вот так. И лимончик. Лимончик взяли, выжили лимончик. Вот так. Так, посильнее. Вот так. Вот. Еще чуть-чуть сбрызнули. Все, отлично. Справились. Ну, надо не забывать ее переворачивать. Вот, ее переворачивать. Перед тем, как перевернуть, я потом скажу, что нужно еще сделать. Давайте посмотрим. Что-то из кадра постоянно приходится выходить. Так, посмотрим, как это, как ей хватает жара. Да, она уже, рыбка готовится быстро. Конечно, вот эти кусочки будут подольше. Я честно вам скажу, ну, как бы рыбку, правда, готовлю тоже первый раз, скумбрия, вот, ну, обычно я парюсь в бане и плаваю в бассейне, нежели жарю шашлык, но приходится всегда что-то делать впервые, вот, поэтому, собственно, сейчас мы вместе с вами учимся это делать, вот, кто уже делал, может дать какие-то свои советы по рецепту, по правильности приготовления, я думаю, что мы возьмем это все на вооружение и обязательно тоже все, каждый будет так же делать. Так, что я хотел сказать. А, я первый раз жарю картошку. Сколько нужной картошки жарится в фольге, в мундире, в углях? Вот мне неизвестно, непонятно. Вот, и есть ли факт, что она сгорит? Кто знает ответ, пишите, будет интересно послушать. Может, мне ее уже вытаскивать надо. Запах вообще потрясающий.
Ну, раньше ты получше выглядел. Ну, по поводу лучше, не лучше выглядел, мы с вами, можем поговорим в тысячу раз. Вот. Обязательно. Совсем. Ну, знаете, это самая актуальная, конечно, тема. Как ты выглядел раньше. Все мы раньше выглядели по-другому. Но у каждого есть определенный свой какой-то... какой-то идеал, наверное, я не знаю, как бы мы хотели выглядеть. И я рискнул, попробовал, вот. И пробую дальше, продолжаю. Что сказать? Если вы хотите знать мое мнение по данному поводу, я вам скажу так, ну, я, мне нравится, как я выгляжу, вот. Точнее, мне не нравится, как я выгляжу, вот. Но так как я выглядел, если сравнивать до и после, то, конечно, безусловно, это круто для меня, вот. А так, у меня еще очень много тараканов в голове по этому поводу. Так, главное, что у нас не сгорела наша скумбрия, не забываем чуть-чуть костерчик тушить, Вот. Так, ну, я тут подготовился, у меня тут, понимаете, не только скумбрия, но еще холодильничек с пивком, ну, как полагается. Вот. Что вам сказать? У каждого свои какие-то идеалы в голове. Каждый, наверное, да и каждый из нас недоволен. По-любому недоволен собой. У кого-то там прыщ, у кого-то родинка не там, у кого-то нос не такой, у кого-то губы и так далее. Да, бежать за идеалом, это, конечно, глупая идея, глупый смысл, потому что можно его не достичь. Можно... Но попробовать, в моем случае, риск, он меня оправдал, вот, поэтому я... Не особо люблю об этом говорить, потому что тема такая, она сложная для меня, она очень большая. Вот. Ну, раз вы хотите, вас очень много задают вопросов, также очень много говорят по поводу похудения. Я решил... О! Смотрите. Нет, вы только посмотрите, ребята. Смотрите, какая она потрясающая. Просто. Уже с этой стороны она румяна, чуть не уронила. Она румяна. Поэтому переворачиваем. Перед тем, как перевернуть рыбку, мы немножко ее... смазываем маслицем, вот так смазываем маслицем. Почему? Потому что, чтобы, опять же, она не прилипла у нас к решеточке. Вот так смазали. Смазали и перевернули. Вот тут уже чуть подгорает у нас. Ну, мы сейчас быстренько это сделаем. Потрясающе, вы смотрите, она прям просто пищит от восторга. Как... Какая она будет вкусная. Так, вот опять у нас горит, потому что масло было. Мы, блин, мы так вот поливаем. Рыбка быстро готовится, поэтому мы с вами... Вот. Смотрите. Сок течет с нее. Кто не пробовал скумбрию, попробуйте обязательно. Это безумно вкусно. Особенно в мамином рецепте. Вот. Не просите выставить рецепт, для меня это очень сложно. Вот, это все-таки такая женская история. Писать эти рецепты. Вот. Лучше у мамы спросите, если она вам ответит. Я, кто хочет, пишите мне в директ, я вам скину ее ссылочку на ее страничку. Ой, она уже. Ой, все, я не могу от этого запаха. Мне сейчас... это не. Это просто у меня слюни текут. Это просто какая-то красотища. Нереально. И жарко еще. Тут у нас тоже, где мало углей, она все равно поджаривается. Вот, смотрите, она уже разваливается чуть-чуть. Вот, из-за того, что она свежая. О! Так, а мне аж пить захотелось. Чин-чин с вами — это вишневый сок, компот, который я сегодня доставал из погреба. Да, который я доставал из погреба. О, это так вкусно. Так, ну давайте дальше вопросы, какие там у нас есть. Не факт, что переписываемся. Все это. Пошли, Егора, на. Пошли, Егор, куда? У меня целый день на компе включен WhatsApp, но я с ним ни с кем не переписываюсь. Кто на связь? Не понимаю, о чем. Кто тебе? Рыбу можно целиком не развалить.
не развалится. Пошли его. Ну, целиком неудобно, наверное, ножом. Не Егора, а его. Да, не тебя, Егор. А, все, ладно. Мы о своем. Ну ладно, вы там о своем. А мы о своем. О, у меня тут все горит. Мне мама сказала, если у меня сгорит рыба, она меня убьет. Понимаете? Серьезно. Вот. Я не знаю, что у нас там с картохой. Ну, я, конечно, могу достать. Пахнет угольком. Не знаю. Ладно, пусть он решает. Потом ее с маслицем, понимаете? Потрясающе. Так. Ну, так как я жарю рыбу первый раз, тоже. Ну, тут уже может что-то готово. Мне сложно. Вот тут еще нет. Здесь еще нет. Еще пусть жарит. Вот. Мы с вами полялякаем. Давайте, кто там, что там? Привет, из Одессы. Одесса. Одесса, правильно, Одесса, наверное, да? Козлочку пора доставать. Мне кажется, она еще вообще. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас уже и рыбу будем снимать. Так, скажите, нравятся вам такие прямые эфиры? Не нравятся? А, вот что я хотел у вас спросить. Ребят, кто видел мой блог? Блог, мне интересно ваше мнение по поводу блога... Как он называется-то? Я еще, видите, название даже не могу запомнить. Кенфити, который Игорь Трегубин предложил название, и я решил его использовать. Поэтому, кто смотрел... Кто не смотрел, посмотрите. Мне важно ваше мнение. Обязательно, ребят. Ну, вот правда, я же для вас стараюсь. И хотелось бы получать обратную связь, поэтому пишите в директ. Я всем отвечу, всем вообще. Вот. Пишите, чем смогу, тем помогу. Может, у кого-то есть свои идеи, которые не можете реализовать. Может, я там какой-то совет. Мне правда очень это все интересно. Вот, я давно этого хотел. У меня в планах сделать из этого, может, какую-то студию и так далее. Я уже потихонечку начинаю здесь с подручными средствами и всякими там вещами пытаться сделать, чтобы было удобно для вас снимать. Ищу информацию, готовлюсь прям так основательно. Вот. Скажу так, я не записываю дублями, я записываю прям прямым, ну, то есть как лайв. Вот. Но не судите строго, хотя судить строго, мне вообще критика тоже, я очень хорошо отношусь к критике, поэтому всегда за здравую критику, если вдруг что-то не так или так далее, всегда готов выслушать ваши советы, ваши пожелания, вот, о чем бы еще, может, вы хотели бы услышать, но кто не знает, это рубрика Кенфити, которая, собственно, я рассказываю о праздниках, о мероприятиях, которые произошли бы этот, либо там в другой день. И также поздравляю с днем рождения. Сегодня мы поздравляли Илью, это лидер группы Little Big, вот, поэтому у него сегодня день рождения. Также Спиркину мы поздравляли, Елену, поэтому... Да там вообще там и Степаненко сегодня день рождения, у многих. Поэтому мне важно ваше мнение, пишите, вот... Я буду только рад, потому что сегодня, на самом деле, бум произвел мой погреб. Вот погреб прям вообще так заценили. Народ с ума зашел, все хотят мой погреб. Игорь, помню вас по проекту Дом 2. Вы там очень четко и громко высказывали свою позицию, жизненную философию. Сейчас как-то ни о чем говорите. Как-то ни о чем вы говорите. Сейчас просто описывайте свой быт. А где ваша философия? Ой, ну давайте не о философии. Вот. Философия оставим на проекте. Вот. Философия будет наедине Елены Пушкиной. Ну ладно. Сейчас, да, моя жизнь, мой быт, чем я занимаюсь. Я очень долго не выходил с вами на связь. А, рыбка не сгорела. Не выходил на связь, скажем так, пропал из виду телекамеры. Вот, сейчас я появился. Все многие хотели знать, где я, что я, как я. Вот я, вот моя жизнь, вот мои повседневные будни. Сейчас они такие, потом, конечно, ну, потому что данный карантин нес некие корректировки в нашу жизнь, но ничего страшного, мы не отчаиваемся, мы продолжаем дальше, вот так вот обосновываемся потихонечку, я вот обосновался здесь, недалеко от Москвы, вот, я думаю, что я гармонично себя чувствую, вообще у меня в мыслях вообще попробовать себя в фермерском искусстве, вот, быть фермером, вот, но это отдельная история, мы еще об этом поговорим, вот. А что касается моего блога, вот я вам реально говорю и прошу, даже пишите, я буду очень рад каждому сообщению, вот. Потому что, как я говорю, сегодня вызвал бум мой погреб, вот, это малость того, что увидели, на самом деле. Если под конец сезона посмотреть, что творится у меня с засолами,
вы будете в шоке. Там, там, не знаю, рот солдат можно кормить, и чего только нету. Это уже остатки. Вот, это все спасибо мамочке, которая все это делает. Вот рыбку уже, я думаю, надо доставать. Вот, там, только вот ей благодаря. Кстати, я забыл вам сказать и хотел поделиться новостью, что меня позвали на телепроект «Дом-2», коль вы уже, собственно, спрашиваете об этом, да, и от этого мне никуда не уйти. Вчера было поступило предложение по поводу телепроекта «Дом-2». А что я ответил и так далее, я пока говорить не буду. Оставлю немножко тайны. Все, снимаем рыбку, дорогие друзья. Вот так уже что. Потому что если мы не снимем рыбку вовремя, вы понимаете, мамулечка, мамулечка меня прибьет. Так, вот смотрите, вот такие кусочки зажаристые. А! Благ в тарелку. У нас получились. Ой, она прям, вот сейчас я чуть-чуть подрумянилась здесь. Не знаю. Насчет, кстати, целиком кто-то там писал рыбку целиком. Еще чуть-чуть вот переверну, чтобы они с этой стороны немножко обуглились. Вот. По поводу рыбки целиком. А ее удобно будет как-то переворачивать? Хотя да, если в фольге. Ну, без фольги, видите, она это разваливается. Мне прям уже хочется попробовать. И прям, я не знаю, кусочек что ли. Сейчас я возьму. У меня вилочка есть. Она, правда, с косточкой. Ребят, косточка. Это потрясающе. Сейчас возьмем без косточки. Ребята, все жарьте скумбрию. Как же вкусно, а? Надо маме сказать в следующий раз, чтобы он побольше. Побольше замариновала. Вот. Потому что... Мне кажется, я это все один могу осилить. Вы не представляете, как это вкусно. Это просто волшебство какое-то. Так, вот так вот мы снимаем, значит, ее. Так красиво ее укладываем. Ну, везде должна быть красота, не только на лице. Вообще, все же надо делать красиво. Вот так вот и Егорочка ее, вот эту еще поджарим. Еще поджарим. И картошечка сейчас у нас дойдет. Ну, что там у тебя? Мам, тут съемка меня. Ну, ты в кадре будешь сейчас. Давай, я буду держать. Ну все, не надо держать, мам, я снимаю дальше. Сейчас доготовится, я приду. Или чего ты хотел? Что-то? Нет, картошка лежит там. Да, мам. Давай, 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 давай. Ну вот. Она все время думает, что я что-то не положил или еще что-то. Так, сейчас у нас зажарится еще пару кусочков. Мам, что-то хотела? Телефончик дай мне мой, я позвоню. Куда я положила его? Передной диване. Да, а тебе тетя Надь звонила. Тетя Надь, говорю, звонила. Слушай, так, Егор, ну что, мы продолжаем? Наш блог. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Вот, мы снимаем рыбку. Сейчас я вам поближе потом покажу. Выкинуть. Также, ребят, кто там не подписался на ОКО, онлайн-кинотеатр ОКО? Кто не подписался?
Все должны подписаться, все должны пройти в шапку профиля. Я, конечно, вас задолбался, Тимоха, наверное, да? Ну ничего страшного. Давайте. Все смотрим фильм. Мам, можно этот, позвонить тете Наде, она звонит тебе, понимаешь? А, позвонить. Что позвонить? Ну вы меня поняли. Короче, подписаться в шапку профиля, у меня ссылка. Кто не подпишется, с теми не дружу. Все. Отдыхаю. Так. Рыбку сняли. Сейчас мы берем эту бутылку, она уже нам не нужна. Так, убрали решетку. Достаем картошку. Я не знаю, как проверить. Давайте проверим. Потыкаю я вилочкой. Так, кто мне говорил, что картошку надо вытаскивать? Мама! Мам! Да нифига ее не надо вытаскивать. Срая вся получилась. Там только вот в тех углях. Вот это еще... Более-менее. Мам! Мама ушла и не пришла. Сырая. Короче, две картошки. А нет, вот это, наверное. Вот это. Ну и это. Чуть рыбу не уронил. Руку обжег. И вот еще. Короче, четыре картошки. Да! Больше нет. Так, сейчас я приду, подождите минуту. Маму не докричаться. Так, вот я здесь. Скажите, меня слышно? Нет, потому что я отходил. Там гнилый этот. Я отходил. Скажите, меня слышно? Я не слышу. Слышно? Все, отлично, меня слышно. Так, ну что, я сейчас возьму дощечку, картошечку. На вот эту дощечку. Сейчас ее вот так вот поставим. Так, где у меня самое запеченное? Так, сделаем. С фольги мы ее немножко вытащим. Вот так. Рыбу можно кинуть сюда. Сейчас мы ее разрежем. Вам не видно, да? Сейчас мы ее разрежем. Вот так. И положим сюда кусочек масла. Так, положим кусочек масла. Так, прикрою. Отлично. Вот такая у нас картошечка.
маслом отправляется на тарелочку. Дальше. Вторую. Ну, она чуть-чуть сыровата. Вторая же. Ничего страшного. Фольгу мы. Верхнюю фольгу мы снимаем. Я заворачиваю как бы в две фольги. И кусочек масла мы кладем. И вот это у нас тоже отправляется на тарелочку. И третью картошечку. Вот эту. Тоже сейчас мы фольгу сверху снимем. Так вот. Разрежем вдоль. Вот. Такая у нас крошка-картошка получается. И масла положил много. И вот сюда вот масло. Вот так у нас получилось. Еще зеленушечки. Зеленушечек уже не побегу. Вот. Все готово, друзья. Сейчас я вам покажу. Вот что мы сегодня с вами приготовили. А мы приготовили с вами картошечку. Видно, не видно. Давайте я треногу опущу. Мы с вами приготовили вот картошечку запеченную в собственном мундире, в фольге и с маслицем. И наша скумбрия рыбка. Все, я думаю, вообще потрясающе. Мы с вами молодцы. Вот, если вам понравилось, так как сегодня мы с вами общались в прямом эфире, буду с вами выходить почаще. Вот, пишите в директ, если понравилось. Вот. Буду выходить почаще с новыми какими-то локациями, с новыми идеями, с новыми темами. Будем с вами не только жарить, но и колоть дрова, купаться в бассейне. Что мы еще будем с вами делать? Париться в бане и так далее. Вот. Может, из баньки прямой эфир тоже сделаем. Вот. Все, дорогие друзья, всем спасибо за ваши вопросы, советы. Кто очень хотел задать мне вопрос лично, пишите, я отвечу вам в директ, если я здесь его не прочитал. Вот. Что касается всего, вообще все пишите, всегда буду рад. Вот, спасибо за вас, вам, за ваше внимание. Вот. И всем приятного вечера. Все, пока-пока. Пока-пока. Всех люблю, целую. Завершить. Уверен, что завершить. Как дальше? Так, сейчас сниму его.